слышишь? Слышишь, как он жужжит? Давай. А ты слышишь ушко? Да. Он жужжит? Да. Для Ольги разговаривать с сыном, осознавать, что он слышит ее и весь окружающий мир, на сегодняшний день самое важное. Каждый звук, который раздается в их доме, воспринимается по-особенному. Ведь 3 года назад, когда Дима появился на свет, над молодой мамой нависла тишина во всех смыслах слова. Все доктора, которые были со мной рядом в тот день, они просто замолчали. Меня это очень напугало. Потому что ни Дима, ни доктора все молчат, какая-то такая тишина повисла, и было вот очень страшно. И когда я увидела скопление докторов, начали все суетиться, бегать. И первый момент, когда Дима родился, его взял неонатолог и сказал, что у вас ребенок родился без ушей. Мы не знаем, что с этим делать и вообще услышит ли он. Ну, посмотрев на Диму, я думаю, ну, вроде бы ничего страшного. Ну, просто вот же, ну, это же косметика, же ничего страшного. Потому что я на тот момент просто не понимала, какие последствия могут быть от того, что у ребенка нет слухового канала. В месяц Диме поставили диагноз – двусторонняя микротия и атрезия. Кондуктивная тугоухость 3-й степени. Это означало, что ребенок обладает внутренним слухом, но наружного канала нет, поэтому звук не поступает в среднее ухо. Малышу оформили инвалидность и стали выправлять слуховые аппараты. Дима пугался и очень долго привыкал к звукам. Да и постоянно носить аппарат в силу разных обстоятельств было невозможно. Все изменилось 2 месяца назад. Диму прооперировали американские врачи. Ему восстановили левое ухо и слух. После первой операции, когда мы ему сделали первое ушко, ребенок услышал нас естественным своим слухом, без слухового аппарата, буквально сразу же после операции. У него на пальчике была такая система, которая вот пикает, так скажем. И когда мы зашли в палату, когда он более или менее отошел от наркоза, он меня спросил: «Мама, а что это такое пищит?» Вот. И ребенок начал стремительно развиваться и стремительно разговаривать. Такое чувство было, что как будто какое-то волшебство совершилось. Ничего не было, и вдруг появилась ушко. Потому что боль за то, что у него этого уха могло не быть, и он остаться глухим на всю жизнь, это все-таки очень тяжело. Чувствовать это, видеть, что он не слышит, и вдруг приехал, и он слышит меня, он слышит бабу, он кричит бабу, он стал после этого даже говорит чище. То есть он прослушивает эти все звуки чисто, и он говорит стал чище. И знаете, когда он сам смотрит на ушко, я его спросила, говорю, а ты хочешь еще ушко? Он говорит, да, надо в Америку ехать. То есть ребенок понимает, что ему это ухо нравится. За 2 месяца ребенок, который услышал мир, изменился до неузнаваемости. Он заговорил, много занимается, а в свободное время любит пошалить, как и все мальчишки. Ухо для Димы стоило 85 тысяч долларов. Семья продала свою квартиру в Питере, которая была в ипотеке. Деньги собирали через соцсети. Теперь необходима операция на правом ухе, и стоит она столько же. Врачи рекомендуют провести ее в апреле. Сейчас Дима не понимает, откуда идет звук. Без второго уха не сформировался бинауральный слух. Для полноценной жизни мальчику необходима еще одна операция. Собрать недостающие средства семье Епифанцевых помогает благотворительный фонд «География добра». Все реквизиты для помощи мальчику вы видите на экране. Достаточно просто отправить смс на номер 7522 со словом «Дима» и суммой, которую вы готовы пожертвовать. Я очень жду тот день, когда наступит Новый год, и мой ребенок просто придет и расскажет стих Деду Морозу. Это, наверное, моя самая большая мечта, чтобы ребенок просто рос. Просто разделить это материнское счастье, что у тебя есть ребенок, что он здоров, что он может говорить и с тобой общаться, и он тебя понимает. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Крокодила? Кого ты тут же украсил? Крокодила?